Такая встреча была приурочена ко Всемирному дню семьи. Семья художника решила таким образом пообщаться с детьми и не только показать, что пишет Венский, а его картины насыщены смыслом, но и дать детям возможность подержать самим кисти и краски. Боря, тебе уже пора начинать. Люди уже просят первый мазок сделать. Вставай. Пятилетний Боря Котляров, первым из приглашенных детей, окунулся в мир живописи. Мастер помог освоиться, а что Боря будет рисовать, он решил еще дома, когда готовился ко встрече с художником, оказывается, желтого жирафа. Я его видел в зоопарке в Питере. Желтыми красками рисовали и другие дети, но уже солнце, а синими море. Для родителей такое мероприятие тоже праздник, понаблюдать за своими детьми в другой обстановке. Очень интересно, потому что ребенок занимается в художественной студии, и для него знакомство с реальными художниками продвигает его на новый уровень. Игорь Венский представил сегодня гостям свои картины, написанные совсем недавно, в 2014 году, и более раннюю живопись. Это портреты, натюрморты, яркая живопись с яркими названиями «Каприз», «Лика» или «Цветочный дождь». Я люблю естественно, масло, я даже с акрилом смешиваю иногда. Но есть декоративные вещи, а есть абсолютно такие, как бы, классические, там, где недопустимы смешения стилей. То есть чистая классика. Картины Венского, который сейчас живет в Сочи, будут находиться здесь целый месяц. Все, кто в этот период попадут в Зимний театр, увидят мастерство художника. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.